Маршрут номер 67 знаком многим самарцам. Автобус проезжает практически через весь город, от одного из самых дальних микрорайонов Крутые Ключи до железнодорожного вокзала в центре города. На днях муниципальный маршрут продлили в Волжский район, чтобы автобус мог возить пассажиров и за пределы территории города. Теперь муниципальный маршрут востребован не только жителями Самары, но и соседнего Волжского района. Это было сделано по многочисленным просьбам жителей Кошелев-парка в том числе. Эти люди хотели пользоваться городским автобусом, всеми удобствами, всеми льготами. То есть это большой автобус, в том числе тут МАЗы работают, вот, которые к нам в прошлом году пришли с кондиционером. Здесь принимаются все виды льготных проездных документов. Это транспортные карты, карты школьника, карты студента, социальные карты. Теперь жители будут доезжать до остановки «Жилой квартал Баварская деревня». Затем желающие попасть в Волжский район могут воспользоваться бесплатной пересадкой на новый мультимодальный маршрут 67К, следующий от остановки «Школа номер 1» – станция «Ягодная», и доехать в нужную точку. Для пассажиров проезд по этому маршруту стал абсолютно бесплатным. Для этого были выделены дополнительные средства из областного бюджета. Расписание дополнительного маршрута состыковали с расписанием маршрута номер 67 для удобств местных жителей. Я еду всего две остановки на 67-м коротком. Вот до сюда. Здесь я сажусь на 67-й. Понимаете? Очень удобно, конечно. Ну, идти надо до следующей остановки было. А сейчас удобно из дома вышли и сели на 67-й. По словам представителя компании-перевозчика, на горячую линию продолжает поступать обратная связь от пассажиров. На самом деле было очень много пожеланий, просьб, обращений. Вот. На самом деле, мы эту неделю, стоит отметить, да, на горячую линию у нас обращаются пассажиры только по таким моментам. Это по потерянным вещам. Это школьники, студенты оставляют вторую обувь забытую. И второй момент – это слова благодарности. Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил областному министерству транспорта и автомобильных дорог разрешить проблему транспортной доступности микрорайона Кошелев-парк и городского поселения Смышляевка. Появление новых транспортных развязок и маршрутов – это одно из важнейших направлений, которое позволяет обеспечить комфортную жизнь горожан. Александра Гусева, Николай Сидоров. События.